Всем привет, друзья! Вы на канале Дакота, и сегодня я расскажу вам, как поднять себе настроение. А перед началом этого ролика подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Мало кто знает, что избавиться от печальных мыслей можно легко и просто. Иногда достаточно просто выйти на прогулку. Психологи не рекомендуют долго зацикливаться на размышлениях о грустном, перебирать в голове печальные моменты и вообще жить на мирной ноте. Это само по себе не весело. А к тому же нехорошо для здоровья. Человек, который часто грустит, чаще болеет. Чтобы надолго не застревать на негативных эмоциях и не погружаться с головой в переживания, стоит запомнить и активно применять в жизни 5 способов быстро повысить себе настроение. Чаще улыбайтесь. Психологи рекомендуют не менее 5 раз в день улыбаться самому себе, вернее своему отражению в зеркале, даже через слезы, через «не могу» и «не хочу». Ну и конечно не забывать дарить улыбки окружающим. Гуляйте на свежем воздухе. Чем хуже настроение, тем дольше нужно гулять. Хорошо, если ваш маршрут будет проходить по парковой зоне, вдоль реки или моря. Природа имеет свойство забирать наши плохие эмоции и дарить умиротворение. Людям, которые не могут долго находиться в тишине, можно захватить с собой наушники. Приятная, расслабляющая музыка поможет поскорее настроиться на позитивный лад. Поиграйте с питомцем, домашние животные – отличные психологи. Даже 15 минут тесного контакта с любимым котом или собакой могут заменить 40 минут пребывания в кабинете у психолога. Особенно эффективно будет не просто полежать на диване с питомцем, а поиграть с ним в подвижную игру. Например, догонялки или прятки. Выйдите на пробежку. Физические упражнения отлично снимают стресс и тревожность. Даже получасовая пробежка на улице способна зарядить вас энергией. Сварите себе кофе или заварите вкусный чай. Давно известно, что любимая еда, как и любимые напитки, способны быстро поднять настроение. Однако, если после вкусного перекуса можно снова огорчиться, встав на весы, то после чашечки чая или кофе таких неприятностей точно не случится. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, делитесь этим видео в социальных сетях, подписывайтесь на канал. Всем пока!